спеціально написала письмо на ім'я мера міста і просим облдержадміністрацію теж содействие по помощи, виділення нескольких квадратних метрів. Хочемо поставити інтернаціональну стелу ребятам, погибшим на Майдані. Это Небесный Сотник, это Сергей Негоян, белорусу хотим, поляк там есть, парень Стремичу, который погиб, и журналист. А грузин? И грузин же, это мой интернациональный подход. Я знаю, что говорить по национальности грузин, я не забыл, я вас видел уже раз. Тут будет, да, интернациональная будет стел, это будет сделаться за почтой армянской организации УРАРТ. Дай Бог, если нам мэр города выделит какое-нибудь красивое место в парке или сквере, где местечко, то мы это все будем по своей кошке там все сделаем. С мрамора, со скамейками, с там и цветочки посадим. Будет несколько там национальностей. И белорусы, и поляки, и грузины, и армяне, и украинцы.